Всем привет! С вами интернет-магазин «Дом игры». И сегодня хотим вам показать такой первый замечательный пазл для самых маленьких, можно так сказать, потому что им можно играть уже даже деткам, начиная от 2 лет. Давайте, это пазл «Медвежонок Миша». И давайте посмотрим, что внутри. Кажется, что просто вот такой вот мишка, но он состоит из нескольких частей. Это голова, его туловище в одежде и ножки. Но сюрприз в самой коробке. Давайте ее откроем. Сейчас. Смотрите, сколько всего интересного внутри коробочки. То есть есть рамочка, как играть с этим пазлом. Рамка и разные мишки. Раз, два, три, четыре, пять. То есть наш мишка, он может иметь разные эмоции. Смотрите, он сердитый, можно изучать эмоции с ребенком. Он веселый, может быть, грустный. Ну, и разные другие, которые может, вы можете помочь ребенку придумать, либо он придумает сам. И также у него разные одежки. Вот такие. Сердитый мишка в пижаме. Не хочет спать, наверное. Вот, можно подбирать их по цвету, то есть это тоже помогает вашему ребенку изучить самые первые цвета. Вот. Всего 6 комплектов получается. Вкладывается очень легко, не содержит каких-то таких вот изъянов, которые могут вашему ребенку навредить. Приятный, интересный. И что мне очень нравится, это то, что его можно сложить в коробку, все складывается, закрывается крышкой, то есть и удобно очень храниться. Классный, интересный пазл. И, кстати, в нашем интернет-магазине есть еще замечательный пазл «Мишка». То есть вы можете посмотреть его в другом нашем видео, то, что находится внутри. Можно также гендерные особенности, мальчики, девочки с ребенком изучать. Смотрите про его подружку в другом нашем видео. Ваш интернет-магазин «Дом игры».